Всем привет, с вами Кальян, и вы смотрите четвертую часть из серии глобальных модов Скайрима. Я уже рассказывал ранее об общем плане серии, так что если вы не видели, посмотрите. Ссылка в описании и в аннотации на экране просмотра. В первых трех частях я рассказывал об уровневой боевой системах, магии, заклинаниях и перках Реквиема. Также упоминал экономику, атмосферу и мир Скайрима в целом. Начать сегодняшнее видео я хотел бы с разбора MSM-меню, которое делает настройку модификации более быстрой и удобной. Напоминаю, что если вы хотите воспользоваться MSM-меню, вам потребуется установить модификацию SkyUI, а также расширитель скриптов SKSE. Я уже делал видео на эти темы, так что подробно останавливаться здесь не буду. Однако перед тем, как переходить к разбору MSM-меню, хотелось бы ненадолго остановиться на интерфейсе. Все сообщения, которые получает игрок, переписаны в форме от первого лица и описывают чувства и мысли героя. Были удалены все сообщения о быстром и автоматическом сохранении и загрузке, а также загрузочные экраны демонстрируют теперь лишь вещи, связанные со вселенной игры, и теперь на загрузочных экранах вы не встретите никаких подсказок или советов. Ну а теперь давайте непосредственно перейдем к MSM-меню. Если вы туда зайдете, то увидите два пункта – Реквием и Реквием меню навыков. В меню навыков находится вся ваша статистика касательно вашего персонажа, включая вторичные атрибуты и приобретенные атрибуты. Здесь вы можете увидеть свои данные по поводу сопротивляемости, восстановления атрибутов, скорости передвижения и других параметров. И, собственно, по мере улучшения и прокачки вашего персонажа, данная информация здесь будет меняться. Так что данный пункт служит лишь для демонстрации характеристик вашего героя. А теперь давайте обратимся к другому пункту, к Реквиему. И здесь вы можете увидеть 5 других подпунктов. Это бой, магия, навыки и перки, атмосфера, совместимость и отладка. В каждой из этих категорий присутствуют свои параметры, которые вы можете настраивать и редактировать по своему усмотрению. Здесь все переведено на русский язык, поэтому особых сложностей с пониманием, что делает тот или иной параметр, быть не должно. Тем не менее, сейчас я хотел бы остановиться на некоторых параметрах, которые мне показались интересными и важными. В категории «Атмосфера» есть параметр, отвечающий за Fast Travel, и если вы привыкли к игре с быстрым путешествием, то здесь вы можете обратно вернуть в игру данную функцию. Помимо этого, в категории «Атмосфера» присутствует параметр Time Scale. Этот параметр отвечает за соотношение реального времени с внутриигровым. По умолчанию, 1 минута реального времени равна 10 внутриигровым минутам в Реквиеме. А стандартный Skyrim предусматривает соотношение 1 к 20. Также в категории «Атмосфера» можно включить нападение вампиров. Если вы играете со Стражей Рассвета, то теперь с включенной опцией вампиры будут нападать на вас. Если же опция отключена, то они не будут появляться в городах и поселениях. Также еще один немаловажный пункт – это вес золота. К сожалению, если вы измените вес золота здесь, в вашем инвентаре вес золота не изменится. Однако знаете, что общий вес будет рассчитываться уже с учетом каждого золотого, находящегося у вас в инвентаре. В категории магии можно отключить штраф, который налагает броня на стоимость чтения заклинаний. В разделе «Бой» можно изменить сложность игры, поправив наносимый урон и получаемый урон, сделав игру либо сложнее, либо наоборот тяжелее. Это такая некая альтернативная шкала сложности, которая в Реквиеме отключена. А в категории навыков и перков можно, например, отключить карманные кражи и взлом, сделав их без привязок к перкам, таким образом приблизив данные аспекты игры к стандартному Скайриму. На этом у меня все. Я рассказал самое главное и важное о Реквиеме. Это была и боевая система, и магическая, навыки, перки. Все это я упомянул и рассказал. Надеюсь, у вас уже сложилось какое-то впечатление о модификации, о том, что она из себя представляет и имеет ли смысл ее ставить. Однако в завершении я хотел бы обратить внимание еще и на установку. У некоторых она вызывает вопросы и сложности, поэтому сейчас я очень кратко и поверхностно расскажу вам о том, что и в каком порядке необходимо ставить. На данный момент существует перевод версии 1.7, и именно на нее я привожу ссылку в описании под видеороликом. Так что там по ссылке вам нужно будет скачать файлы ресурсов мода. Это 363 мегабайта.
Затем патч до версии 1.7.3 и русификацию. Все это вы устанавливаете в папку со Skyrim. Это тот самый минимальный набор файлов, который вам нужно установить на свою игру. Больше ничего стороннее ставить не нужно. Это тот самый минимум, который у вас есть. Однако, если вы играете с официальными дополнениями, как минимум с официальными дополнениями, вам нужно еще поставить отдельные патчи для этих самых дополнений. Они имеют разную версию, однако это особой роли не играет. Поэтому для того, чтобы установить патчи для Дракона Рожденного, для Огня Очага, например, вам необходимо скачать общие файлы ресурсов самих патчей, это 209 метров, а затем отдельные переведенные файлы для Дракона Рожденного и Огня Очага. Помимо этого, существует огромное количество других отдельных патчей для других модификаций. Для Фальскара, для Клыка Вирма, для улучшения диалогов стражников. То есть на различные другие значимые и важные модификации также существуют патчи. Их также нужно скачивать. Но в целом, изначально, нужно скачать общий ресурс, а затем отдельно архивы того или иного дополнения. Таким образом, если кратко, то для установки вам потребуются файлы ресурсов мода 300 мегабайт и патч до версии плюс русификация. Если у вас установлены какие-то другие сторонние моды, то вам нужно будет скачать отдельно файлы ресурсов для патчей и соответствующий патч на нужную вам модификацию. Вот, собственно, и все. Ничего сверхсложного или же непонятного, как мне кажется, с установкой Реквиема нету. Не нужно ничего патчить, не нужно ничего обновлять, пользоваться какими-то навороченными программами для того, чтобы установить эту модификацию. Все очень просто и лаконично. Главное, будьте внимательны и аккуратны при установке модификаций. Это последнее видео из серии роликов, посвященных модификации Реквием. Теперь, я надеюсь, вы составили мнение и знаете, что из себя представляет этот мод. И я лишь хочу сказать вам спасибо за то, что вы смотрели, поддерживали, комментировали данную серию. Большое спасибо за внимание. С вами был Кальян. Всего доброго и до скорых встреч.